Идейными вдохновителями выставки стали преподаватели факультета искусств МГУ. Они убеждены, студенты творческих специальностей должны делиться своими работами разными способами, будь то подиум или экспозиция. Для развития авторам нужна оценка. Они творят, они фантазируют. Они видят природу и переносят ее в свои изделия, что ли, в свои эскизы, делают свои модели. Вот это, наверное, главное. Поэтому одно не противоречит другому, скорее дополняет. От классики до этнофутуризма. Работы студентов Удмуртского университета искусств и дизайна. Учебные натюрморты написаны с натуры, дипломные в стиле классической живописи, а также с использованием декоративных приемов. Мы в этих работах видим обращение к традиционным уже стилям 20 века, как, например, поп-арт. Это и декоративные композиции, которые проявляют, я думаю, интерес и к национальным традициям, да, и поэтому звучат вот такие этнические мотивы. Работы студентов Строгановской академии, портреты с натуры, то, что должен уметь каждый, графика, акварель и темпера, монокомпозиции на природную и растительную тему, декоративно-прикладное искусство, эмаль по металлу. Проект «Случайная сказка» студентов факультета искусств МГУ. Переосмысление русской культуры и мифологии. Например, «Темный Пушкин» – это работа студента из Китая, который плохо понимает русскую культуру. Идея была в том, чтобы изобразить портрет Пушкина, то есть копию Кипренского, в каком-то замутненном состоянии, собственно, передать вот это непонимание и дистанцирование китайского студента от русской культуры. Ивановская кафедра славится сплавом традиций – фольклора, классики, авангарда. Студенты представили мастерство владения разными техниками. Работы яркие, написаны в смелой композиционной манере. А это дипломное панно выпускника. Это текстильное панно. Здесь представлено именно видение своего города, каких-то мечты об его будущем или какие-то мысли, потому что, видите, да, какие-то тезисы, цитаты написаны на этом панно. То есть это представление своего города, мысли дизайнера. Есть на выставке и фотографии профессиональных дизайнеров-промышленников из Москвы. Организаторы надеются, что экспозиция станет одной из традиций фестиваля «Мода 4.0 Evolution». Сам форум будет проходить еще 2 дня. Гала-показ состоится в эту пятницу. Марина Зейна, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс».